Всем привет, зрители моего канала «Сад Чекалина, Сызранский район». И сегодня у нас очередная копка земли. Делаем третью гряду на клубнику. Сегодня я с помощником. Думаю, что мы за сегодня сделаем еще три гряды. И будет 5 гряд по 20 метров. Вторую гряду я начал засаживать. Пока тормознул, там пол гряды уже засажено. Еще осталось половина. Но у нас первая задача, чтобы сделать грядки, потому что засадить я смогу один. Вот сейчас делаем третью гряду, уже почти готова, там серединка осталась. И накрывать материалом, все в процессе буду показывать. Все, следите за видео. Погнали работать. Ну вот, готов у нас третий бугор. Сейчас сделаем четвертый бугор. Пленку уже положили на третий. Четвертый с двух сторон начали делать. Вот. И останется один бугор. Торопимся, чтобы успеть за день все это сделать. Ну все, поехали. Смотрите дальше. Так, готова у нас четвертая гряда. Делаем пятую. Уже начали, как всегда, с двух сторон. Пятая гряда. Четвертая готова. Ну все, по времени нам еще работать где-то часа полтора. Думаю, что мы все успеем за полтора часа. Ну все, пока когда делаем, буду показывать. Все в процессе. Ну все, вперед работать. Все, ребята, мы доделали 5 грядьев, 5-ю грядь. Все, наши 5 грядов готовы. 20 метров каждая. В ней, в каждой где-то 180-190 штук тире. Потому что некоторые чуть-чуть подлиннее были. Это первую мы мерили, она 180. Остальные у нас чуть подлиннее были. Вот. В общей сложности на этом участке 900 с лишним корней помещается. То есть почти 1000. Ну все. Кому понравилась наша работа, наш план и наша клубника, ставим нам класс, лайк. Также не забываем подписываться на наш канал «Сад Чекалина, Сызранский район». Ну и всем пока. Удачи, ребята.